Рассказ о тамбовских животноводах братьях Неермоловых. Виктор. Александр. Сергей. Братья Неермоловы обслуживают экспериментальный свинарник «Автомат». На их попечении 8 тысяч свиней. Необходимо как можно быстрее довести вес каждого животного до 50 килограммов. Качественное приготовление кормов, соблюдение режима, исправность техники, слагаемые успеха этой работы. Завершая вахту юбилейного года, братья выполняют свои обязательства получать ежедневно на каждую голову по 300 граммов привеса.